Ребята, только что доделали BMW, здесь дизельная BMW X3, и мы сюда установили очень органичные насадки M-стиль. Раздвоили на две стороны выхлопную систему, и для того, чтобы стала вторая насадка, мы аккуратнейшим образом выпилили в бампере именно такую же вторую, так скажем, дырку, для того, чтобы они все органичненько, все красиво смотрелось. Ну, собственно, вы сейчас видите процесс работы и, конечно же, результат. Да, блядь, жалко. На разборку. Святослав к нам приехал для того, чтобы такие работы произвести. Мы потратили не так много времени, потому что дизельный автомобиль, там, в принципе, срезаешь банку, делаешь все очень аккуратненько, красиво, ровно и устанавливаешь насадки. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще? Ну, на текущий момент выглядит очень интересно, можем посмотреть. Мне нравится, автомобиль заиграл по-другому, по звуку. Звук появился, было вообще как будто без звука. Сейчас приятная басовитость после 1500 оборотов, все очень нравится. Я на самом деле очень долго выбирал, в какую компанию обратиться, и вот наткнулся на ребят из ультравыхлопа, за что им большое спасибо. Работу спасибо. Выполнили качественно. Пока что мне все очень нравится, буду смотреть, кататься. Ну да. И в дальнейшем, если будут какие-то доработки, то обязательно к ним обращусь. Спасибо большое за доверие. У тебя стейдж 1? Да, стейдж 1. Первое впечатление очень интересно звучит, в сравнении с тем, что было. Летом будет интереснее. Да, зацеп. Да. Есть, что-то есть. Ну, мне кажется, большего и не нужно. Он такой, ну, да. Вообще ненавязчивый. Прикольно. На уши не давит. Ну, на самом деле, если говорить про стоковый вариант, конечно, для дизеля это вот прям разница, она очень очевидна. И на самом деле, я не знаю, может быть, и Stage 1 даже сыграл в степени того, что звук на дизельных, на 3 литрах, ну, нет звука. Ну, я с вами согласен, скорее всего, да. Но Stage 1 тут точно сыграл, да. Чуть-чуть появился он, и это прям прекрасно. Удовольствие от выхлопа, от вида сзади, от кайфа, то, что вот эта машина, она сейчас неповторима, потому что, мне кажется, X3 таких нету, с такими именно насадками. Ну, вот вообще, все X3, вот как у меня, они все в основном в стоке идут. Это я вот такой умный, решил что-то делать. Поздравляем! Спасибо! Да. До новых встреч! До новых встреч! Все счастливо! Спасибо вам большое! Не, реально, все здорово, мне прям так нравится. Да. Ребят, если хотите на дизельном автомобиле раздвоить выхлоп, милости просим в нашу организацию. Мы сделали здесь работы. Все работы составили 35 тысяч рублей. Полностью под ключ вместе с насадками и выпилом бампере. Вот такое тоже умеем. На связи.